Всем привет, с вами Penny Press. И сегодня у нас 11 день челленджа на Easy Drop. А это значит, что с сегодняшнего дня ваша ставка позволит вам выиграть только 500 рублей. Не будем о грустном, будем о сайте. Так, у меня тут есть колесо бонусов. Давай посмотрим, что тут с него может выпасть. Вау, найс. Удачно колесико крутанул. Так, что у нас еще есть? У нас есть второй фрикейс. Первый недоступен, он будет только через 3 часа доступен. Так что я его вне видоса буду открывать. А вот этот, вот так вот. Так, давайте-ка мы глянем, что по дропам, чтобы это там все нормалды было, да. То есть доступны для продажи. Ну, вроде столько же, сколько вчера и была сумма. Там, не знаю, дроп изменился, нет. Вот, единственное, что у меня здесь есть дроп, который выпал с бонусов. То есть 5 скинчиков, вот они, выпали. Которые я в контракте сегодня использую. Использую в контракте 5 скинчиков, там до 50 рублей было. Так, в общем, полетели с вторую фишку крутить. Начинаем со второго фрикейса. Глядим, что с него падает. Точнее, глядим, как падает с него 3 грозы. Вот, первая пошла. Первая пошла. Может, за 8 рублей. Вот это да. Вот это дорогая гроза у нас. Блин, кепки все время наушники не так. Да ладно, да ладно. Тут не гроза. Ого, за 32 рубля. О, это можно будет в апгрейды закинуть. Можно будет закинуть в апгрейды. В общем, начнем с контракта. Ну, вот она гроза, да. Целый ряд ножей, и если тут, то гроза. Окей, давайте начнем с контракта. 5 скинов туда. Бахнем вот этих вот сразу. И посмотрим, что будет. На 78 рублей посмотрим, на что, сколько выдаст. Сколько выдаст. На 37. О, это вкус изумрудного яда. О, охренеть. А, в общем, что, цель-то какая? Цель с ширпокейса вытащить ужей. Вытащить ужей с ширпокейса. Ну и, конечно же, отсюда вытащить скинчик дороже 200 рублей. Пытаемся снова с засекреченного вытащить скин дороже 200 рублей. И нихуя это не получается. Это за рублей 130, по-моему, стоит. 118. Эх. Как же обидно. Как же обидно, ширпокейс. Давай тогда по 3. Пиздец. Вот засекречено это. Ну, не, он дает, конечно. Но хер его знает, по какому принципу. Так. Работ, идем так же. Все, что дороже будет, это... десяточки от 10 до 40 я буду использовать в апгрейдах, а все остальное будем продавать. Ну, если, конечно, дороже 40 рублей, будем оставлять на 30 день и смотреть, что у нас получится. Так, ну пока что я еще пока что, кстати, я еще не окупился. Сегодняшний деф я еще не окупил. Фрикейс не окупил меня. Не, ну у меня еще остается первый, который я буду за кадром крутить. Конечно же, оттуда может что-то удивить, порадовать. Но у меня цель вот, ужи на сковородке. Цель с ширпокейса. То есть, если ушей навыбиваю, можно считать, что ширпокейс закрыт. Что ширпокейс закрыт. Но пока что уже никак не идут в мои сети. Потому что уже не сетями ловят. Так, подожди, а что я это? Слушай, надо же лесенку. Надо, наверное, лесенкой сыграть. Так, сейчас мы сперва на понижение сыграем. Потом на повышение и снова на понижение. Но надо что-то хитрить. Все равно что-то хитрить надо. Мудрить же надо как-то что-то. Один. Тег 9. Идем на повышение. Повышаем ставки, увеличиваем шанс. И
Я, короче, открываю рано утром, поэтому тут онлайн на сайте маленький. Лайфлента еле движется. Наклейка уже вон. Сабыр, это что за наклейка? Бандит 90-х какой-то там. Что-то химичит. Ну тут хотя бы трясинки будет, да? Тут хотя бы трясинки. О, первый окуп кейса. И три скина, которые можно будет в апгрейды закинуть. Окей. Это все приятней. Конечно, не так приятно, как ужи, но тем не менее. Ну тут балалайка, да, нам? Эх, балала, балала, балалайка. Ты для души-ка нам поиграй-ка. Так, он, сука, скрипты сейчас поменял. Подзависло все. Ну, целый ряд шерпа, да? Вот ты гад. Целый ряд шерпа. Взял все скрипты, поменял под люка. Пошли на понижение. Ну вот они же, вот они, так рядом и так далеко. Ну чё, сука, остановился бы ты на ноже. Шо, гад. Мог ведь. Но нет, на тебе вендетту. Ну ладно, хоть апгрейды будет из чего делать. Хоть будет из чего делать апгрейды. А то совсем скучно и уныло там, да? Смотреть, что же тут с ширпы падает. Ну что, подписался на челлендж? Будь добр, выполняй. Будь добр, значит, выполняй, раз на челлендж подписался. Так, что, один? Напыление. Так, сколько там? 7 минут пишем, уже заканчивать. Скоро пора. Это долго будет. О, между двух дезерт иглов. Колонка серого шерпа. Вот они. Ну это нет. Ну, тут какао, да? Тут какао. Ух ты, смотри, 9,96. Вчера она стоила 9,58, а сегодня 9,96 уже стоит. Растет в цене какао. Растет какао в цене. А это что-то какое-то... А это не растет в цене. Дешевое какао, да? Так, ну не хватает, давай на понижение тогда пошли. На понижение и потом в апгрейды. Так, тут шерпы. Тонна шерпы. Сегодня что у нас? Четверг. Сегодня четверг на дворе. И пиксельный камуфляж, откуда там чувак вывел. Вот они, вот они. Там прям вот уже можно руками было потрогать. Прям руками можно было потрогать этих ужей. Но нет. Так, давай еще. Вот тут там 2 миллиметра бы и все, и уже в кармане. Ну вот, и до этого тоже 2 миллиметра. В смысле пополни, у меня все нормально с балансом. Ух, ладно, погнали апгрейдить. Погнали чудить с апгрейдами. Тут у нас есть сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Сейчас, кстати, вы можете проверить свои способности и попытаться угадать, сколько апгрейдов из 7 зайдет. Сколько же зайдет из 7?
сколько же слизь, МП-9 слизь. Тут прям совсем рядом было. Так, что? Наклейка? Нет, вот, давай. Сирокс. Попробуем Сирокс выбить. Нет, неудачная попытка на Сирокс. 136-10, 135-84. Что-то качество у тебя повыше, что ли, или что? Так, нет, не хочет ни в какую. Так, это 4, остается 3. Остается 3. Ну, это сильно бодро летит. Так, пробуем еще. А, нет, вот сам, вот этот подешевле. Подожди, радиоактивные осадки 300, да это херня какая-то, да? Вот, давай лучше тебя вот. Сувенирная вот эта, наверное, штука, скорее всего, и хуй там продашь потом ее. Ну, до начала ее, конечно, еще выбить надо было, чтобы продать. И тем не менее, ну вот давай, элитное снаряжение. 7 попыток апгрейдов. И ни одной. То из 4 2 залетает, то из 7 ни одной. Вот такая вот статистика, вот такая вот динамика. Так, что у нас тут осталось? Что здесь осталось по доступно для продажи? Сегодня у меня добавилось только вот, по-моему, вот этих 2 скина, да? Ну да, только вот этих вот 2 скина у меня добавилось, поэтому, ну, тут сколько? Ну, можно сказать, 250 рублей я вернул сайту. 660, а было 500 там с чем-то там, да, 14-500 с чем-то было, а сейчас вот так вот. Ну ничего, потом я покручу еще первый фрикейс, посмотрим, что с него выпадет. Ну и сегодня вот как-то так, вообще. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и пользуйтесь моим реферальным промокодом. Всем пока, до новых встреч.